Всем привет, друзья мои, из солнечной Армении. Сегодня мы снова в аэропорту, приехали встречать клиента. Приезжает из Москвы, прилетает, вернее, вместе с женой. Заранее подобранным автомобилем Honda Accord. Друзья, всем доброго дня. Вот мы встретили нашего дорогого гостя Дмитрий. Из Тулы. Да. Всем привет. Вот сейчас едем уже, чтобы осматривать машину, которую заранее уже подобрали, Honda Accord для Дмитрия. С минимальным пробегом, там всего 20 тысяч миль пробег, с минимальными повреждениями. Дверь одна всего лишь была помята, и все, да. Вот, Дмитрий, скажи, как ты приехал, с кем приехал, как тебе все это? Приехал с супругой, с дочкой. Арсен все организовал, встретил. Сейчас заселились, едем смотреть. Надеюсь, все будет отлично. Вот уже пришли, машину осмотрели, ребят, на месте. Как впечатление, Дмитрий? Все супер. Понравилось, да? Прокатились, да, понравилось. Доволен. Завтра отправляем. Отдыхаем и домой. Все, отлично, брат мой. Вот такой вот Ford Fusion, ребят. 2019 года. Растаможен на физлицо. 1.5 турбо. Пробег 65 тысяч миль. Вот. Комплектация на ткани. Электропривод на сиденьях. Кожаный мультируль. Большой монитор. Электрический ручник, вот, комбинированный салон, ага. Черные диски, цвет мокрый асфальт, комплектация SE, салон очень свежий. Так. Красилась одна вот часть вот здесь сзади на крыле, и все. Также такой вот спойлер на багажнике. EcoBoost мотор. Вот. Салон тоже очень свежий, ребят. Вот. Цена 17 500. Ничего не откручено, все заводские клипсы, эти болты, молты, капот, все заводское. Вот такая вот Kia K5, ребят. GT-Line комплектация с красным салоном. Пробег 50 тысяч миль. Крашеных деталей. Шпаклевок нету, только бамперы красились, и все. Удар был сзади, багажник менялся. Да. Панорамная крыша, без ключевой доступ, повторители, датчик слепой зоны. Вот. Красный салон, кожаная. Фирменные надписи. Старт-стоп, большой монитор, кожаный мультируль. Электрический ручник, климат-контроль. В общем, полный фарш, панорамная крыша, полный фарш. Очень свежая машина. Застекление все его родное. Супер, просто пушка-бомба-ракета. Как вы любите. И хранилось, видите, собственный дом в гараже. Очень свежее состояние. Задняя камера.
литые диски. Все супер. 11 года. Y4 мотор. 145 тысяч километров. Передний ведущий. 21 тысяч долларов. Да. Вот следующее. 14 года. Ага. 4 ряда. Да. 116 тысяч километров. 23 тысячи долларов. Ага. Следующее. 2012 года Alphard. У этого правый руль. И у этого тоже. Да. У этого диван. Салон у этих двоих, у того капитанские кресла, да. У того багажник тоже электрический, да. Двери, ну, немножко жирноватая комплектация. Вот а этого 2012 года. 20-й кузов. Да. Объемы двигателей. Все, у всех 2.4, правые рули, цвета белые жемчуга. Да. 2012 года, 126 тысяч километров. А передние приводы, да, у всех? У двоих передние приводы, у этого 4 года. В середине то, что стоит в Alphard, полноприводная. Полноприводная, да. У этого 126 тысяч километров, 23 тысячи. У этого на физическое лицо сделано. Да, да, это на физлице. Еще одна там. Рестайлинг, да? Да, так тоже. 172 у них лошадей. Да. Катализаторы на месте. У всех аукционники есть. Да. Без пробега по Армении. Да. Ну как они приехали, так и стоят. Да. Ждут своих покупателей. Все. Ждут своих счастливых владельцев. Вот такой вот чудо Мерседес, ребят. 89 года. Смотрите, двухдверная. SL 560. Просто можно сказать, легенда, капсула времени. Моторы по земле, кажется. Вот, никелированные. Боковые зеркала в хром-никеле. Все в хром-никеле, видите? Состояние салона, гляньте. Какой сохран. Вот. На автоматическое АКПП. Видите, да? Вот. Люди в свое время кайфовали, на них ездили. На пляже. На экзотические места, шикарные. Здесь тоже все хром никели, видите, металл не жалели в то время. Вот подкапотное пространство, видите, карбюратор. Мишлен. Вот лобовое стекло, даже его оригинальное. Офигеть. Офигеть. Вот сюда смотрите, тоже металл, никель. И то, что сейчас уже все в пластмассах, да, все дешевое. Крыша тоже, да, откидная? Под крышей сильно, это у банка. Крыша тоже, говорит, откидывается, то есть кабриолет, да. Купе кабриолет. А это что такое? А, спинка. Супер. Стеклоподъемники, автоматическая коробка. Вот смотрите, магнитофон. В то время вот такие кассеты были, кто не знает. Сейчас молодые же, новые поколения не видели. Так, магнитола. Да,
Супер. Да, и самое главное, в конце не сказали, цена, стоимость 60 тысяч долларов. 5,6 литров объем. Вот такая Hyundai Kona, ребята, вот. 2018 год, 2.0 Dodge мотор, 48 тысяч миль, полный привод, цена 18 500. Вот ВИН-код, можете пробить, кого интересует. Да. Всем привет. Вот подобрали очередной Ford Fusion для 2020 года. 30 тысяч миль пробег с хорошей жирной комплектацией. С минимальным пробегом 30 тысяч миль. Вот он, вот такой вот красавчик. С линзованной оптики. В шикарном сохранении, в свежем состоянии. Пушка, бомба, ракета, как вы любите. Супер, все отлично. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий. Я приехал с супругой, с дочкой из города Тулы. Обратился в компанию Арсенавто заранее для подбора автомобиля. Подобрали машину Honda Accord 2019 года выпуска с минимальным пробегом. В отличной комплектации, состояние практически как новое. Прилетели сюда вчера, Арсен встретил, помог со всеми вопросами, поменяли валюту, разместились. Сегодня приехали, все переоформили. Все было быстро, все было качественно, всем рекомендую. В целом страна понравилась, Ереван красивый город, еще пару дней здесь погуляем и потом уже поедем на машине домой. Рекомендую всем обращаться к Арсенавто. Документы все в наличии, данный автомобиль растаможен на физлицо, друзья. Вот таможенно приходной ордер и пассажирская декларация, также все есть. Да, на русском языке синими печатями. То есть данный автомобиль проходит по льготному утилизбору 5200 рублей. По приезду домой прохожу лабораторию СБКТС. Далее оплачиваю льготный утилизбор 5200 рублей и ставлю машину на российские номера, на российский учет. Так что не бойтесь, приезжайте. Армения очень дружелюбная страна. Вас здесь встретят, Арсен во всем поможет. Не бойтесь, обращайтесь к Арсенавто. Все будет на лучшем уровне.